Так, получил я демпферы все-таки. Хочу попробовать, действительно ли это такая веселая штука, которая будет сглаживать удары хлопающих людей задними и передними дверьми. Многоцелевая литиевая смазка. И они уже смазанные. Вот такой вот экземплярчик. Так, установка. Ну тут вроде бы все просто на картинке. Взять, надеть и вставить. Попробую. Это 3D печать. Так, они все 4 одинаковые. Непонятно, каким чудесным образом их натянуть. Мы будем стараться. Ставятся с хорошим усилием, но главное, что не рвется. И вот как выглядит после установки. Ну и вот звук изнутри. В общем, надо приложить усилия, чтобы закрыть, и звук стал глуше.